вещи, которые бесят в школе каждого. Когда заходишь в класс, а твой друг сел с другим челом. Ах ты, сутулая собака, ну держись! Следующее, когда в расписании поставили первым твой нелюбимый предмет, да еще и два урока. Да что, боже! Ну и самый ужас, когда у тебя списал одноклассник, но тебе поставили 4, а ему 5. Ну, очень мило, конечно. Иди сюда! Ну, а новых подписчиков я лайкаю.